Ассоциация «Желдортранс» для помощи железнодорожникам объявляет набор волонтеров. Одной из основных обязанностей добровольцев станет участие в мероприятиях, нацеленных на снижение детского травматизма на железной дороге. Волонтерам предоставляется бесплатный проезд на поездах города Москвы и Московской области, в том числе МЦД. Добровольцы получают волонтерские книжки и возможность прохождения учебной и производственной практики. Важное условие – кандидаты должны быть старше 17 лет.